Привет, друзья! Сегодня у нас очень вкусное песочное рассыпчатое печенье с нежным ореховым вкусом и ароматом. Печенье без яиц. В миску всыпаю сахар, вливаю молоко и все перемешиваю. Добавляю хорошо размягченное сливочное масло и хорошо перемешиваю до однородной массы. Теперь нам нужно измельчить любые орехи, я взяла грецкие. Измельченные орехи я всыпаю к остальным ингредиентам и добавляю немного кардамона. Кардамон можно заменить на корицу. И постепенно всыпаю муку, замешиваю тесто. Муки может потребоваться чуть больше или чуть меньше. Получается достаточно мягкое, не липнущее к рукам тесто. Его накрываю и убираю в холодильник на минут 15. Затем от теста отщипываю небольшие кусочки, скатываю шарики и выкладываю на противень, застеленный бумагой для выпечки. Небольшим стаканчиком делаю вот такие углубления. И с двух сторон пальцами слегка прижимаю. Выпекаю печенье в хорошо разогретой до 180 градусов духовке примерно 15 минут. Слегка посыпаю печенье сахарной пудрой. Печенье очень вкусное, оно песочное, рассыпчатое, с нежным приятным ореховым вкусом и тонкими легкими нотками кардамона. Друзья, всем желаю удачной выпечки, всего вам самого доброго и до встречи в новых видео!